Всех приветствую, Адонис. Мы продолжаем проходить Вальгаллу. Сейчас мы ищем последнюю гробницу павших. Ну, вроде как последнюю, судя по карте. И я немножко ошибся. Я думал, что мы нашли левую гробницу, и тут справа другая. Но это правая! Тут я все обыскал, ничего не нашел, и к этому выводу пришел. Значится, надо искать вот здесь, вот слева. И по идее, вот здесь где-то она должна находиться. Интересная штука это, конечно. Поиск по карте. Ну? Покажи, что там впереди. Золотишко какое-то. Ну, гробницы что-то не видать. Эйвор, что-то не так. Зараза. Так, вот здесь все начиналось. Это главное убежище мания. Первая гробница. Вот это первую, которую мы нашли. Дальше вот это. И левее от нее должна быть еще одна. Наверное, дальше надо идти. Где-то здесь. Вот, это озеро там отмечено. Вверх от него. Как-то все так криво тут. Ладно, пойдем искать. Пойдем сюда, на запад. Карта, видимо, древняя там. Пласты земляные движутся. Территория меняется. Что видишь, Сюнин? Вот! Все, прекрасно! Ха-ха-ха! Да. Ну, прикольно. Знаете, хоть я долго искал, но все равно кайфанул от этого. Это было интересно. Ну, там как раз лодочка у кого-то есть. Они одолжат. Для них честь одолжить лодку Эйвору. Хоть они сами этого не понимают. Поплавай. Нормальный у нас добрый герой, да? Поплавай. Эйвор прямо воплощение противоречий. Это точно как в Простоквашино. Помните, письмо писал дядя Федор, и кот его поправлял. Так же и эта игра. Разные сценаристы пишут. Только тут не два существа. Ну, кот не человек. А куча. Вот и получаются такие перепады. Так, где это? Да, вот, все, стань шикарно. Моими глазами, змея? Скотина, на тебя с сапогом. Ха-ха-ха. Так, где? Вот. Что ждет меня в этих глубинах? Очередные передвижения кубов, будто бы ты не знаешь фантазию наших разработчиков. Хоть бы добавили каких-нибудь персонажей там внутри. Придется окунуться. Дереза. Интересно, сколько я таких сундуков налутал за это прохождение? Страшно представить. Слушайте, у меня чувство дежавю. Я абсолютно в таком же месте был.
Тогда еще поломал лодку. Подломал. А, это когда мы плиту добывали. 11-ю. Или 10-ю. Видимо, тут придется много плавать. А, ну на колесо не можешь залезть, Эйвер? Окей. Колесофобия. Ну. На трос. Ключа нету. Так. Зараза. А вот и он. Прямо Форт Боярд какой-то. Что-то легко как-то. Не находите? А, он двигает не в ту сторону как-то. Это просто корявость управления. Это опал там? Возьму. Эх, не все так просто, да? Нельзя, не то все уроню.
Так, надо закинуть. Твою дивизию, Эйвор, а напрямую нельзя кинуть? Зачем вот таким вот боковым броском все делать? Вот как надо было. Зараза, ну ладно, сейчас вернусь. Нифига себе, он запрыгнул. Хорош. Зараза. Нет! Подлая змеюка. Много веков тут ждала, чтобы покусить Эйвора. Так, и последний замок остался. Наверное, тоже шарик будет. Вижу пустой причал. Где же лодка? Водопад может что-то скрывать. Упс. На лодке не уплыть. Так, куда пойдем? Как тут? На лодке 1 метр можно проплыть. Надо открыть вот эту штуку, видимо. Так, и что? Нужно больше груза. Вроде хватает. Ну, чтоб наверняка уже.
По-моему, эту пещеру я быстрее всего прошел. Все равно прыгать придется или нет? Нет, нормально все. Раньше, наверное. И что это за выражение лица? Меня звали Кассивелаун. Я сражался с Гаем Юлием Цезарем. То был умный вождь. Мы, бриты, сражались лишь друг с другом, пока из моря не вышли тысячи римлян. Я лично объехал всех своих врагов. Атрибатов, иценов, кантиев. И уговорил их объединить силы. Вместе мы дали отпор их легионам и трусливым черепахам. В то время пролилось немало крови. Цезарь объявил себя победителем. Но заметь, сюда он больше не возвращался. Память о Кассивелауне. Славный предводитель, боец и отважный муж. Вы сражались за Кассивелауна, как сражались бы за своих отцов. Тот, кого прозвали Цезарем, заявил, что победил нас. Но приглядись, мы не стали римлянами. Последнее сокровище. Добрый улов. Добрый. Ну что, наденем костюмчик, славный, добрый. Плащ павшего героя. Нагрудник. Все бронзовое. Шлем. Вау. Что-то мне этот шлем напомнил какую-то фантастику. Память у меня хреновая. Интересный, опять же, дизайн. В этом они всегда сильны. Надо тут внимательно все осмотреть. Возможно, что-то еще интересное найдется. Нет. Только в одной гробнице какой-то артефакт странный был найден. Ну все, можно возвращаться в самую первую пещеру. Гробницу. Вот здесь все начиналось. Вот эта карта.
А теперь все отметки пропали, видите? Ха, то есть она интерактивная. Так, что тут делать? Я чего-то не нашел, может быть? Видимо, во всех гробницах надо было эти артефакты найти. Зараза. Ну ладно, что поделаешь. Буду искать. Слушайте, вот, по ходу дела, помните, тогда вернулся на эти стрелы, засмотрелся. Видимо, специально эти стрелы тут оставили. Подсказка. Но не досмотрел. Вот тут проход. Первая записка Хильдера. Странствия привели меня в эту древнюю камеру. Медитируя здесь, я внимала голосам прошлого, будто в моей крови пробудились воспоминания предков. Неужели легенды, слышанные мной от матери, оказались правдой? Неужели здесь была заточена наша праматерь? История предательства, совершенного богами, течет в моих жилах. История валькирии, низвергнутой в наш мир. История возложенного на меня отмщения. Как? Вот. Еще один. Роптурас, почему я это сказал? И в последней пещере тоже надо найти. Так, теперь внимательно все осматриваем. Может быть где угодно. Но скорее всего какое-то место будет особенное. Все-таки они стараются, чтобы игроки нашли это. Какие-то подсказки должны быть. Вот проход на выход. По идее, где-то здесь. Я что-то не помню, светился он или нет, этот артефакт. Так, осмотрим все внимательно. Да. Вот и еще. Ой, ну шот. Все, прекрасно. Ну нифига себе, тут хорошо так заховали, слушайте. Не просто было найти. Все, теперь можно возвращаться. Жаль, тут быстрого телепорта нету. Ну ладно. Так, теперь все у меня. Что же будет? Что случится? Ничего. Ну-ка. Эйвер должен слова сказать, наверное, вот эти вот. Так, ну как я понял, это задание пока не завершено. Надо ждать обновлений, поэтому пока мы его оставим. Но нам надо сдать плитки, скрижали. И за них что-то получим. Со мной связался потусторонний разум и указал мне место. Это пещера Мирдина, так пойдем же туда. Yeah.
Нифига себе. Мишка магией балуется. Какой-то очень опасный мишка. Мне, кстати, черных медведей надо убить. Надо будет их поискать. А, у меня костюм. Вот это славное местечко. Не знаю, бывал я тут или нет. Давайте костюм другой одену, а то этот совсем не прокачанный. Нехорошо так. Костюм Святого Георгия. Давно его не носил. Так, но сверхразум мне не сказал, что тут делать вообще. Просто место. Я думаю, разберемся. Ух ты! Ядрить, колотить! Чё, сигаем? Выбора нет? Вот врата затопленные. Как же за них попасть-то? Зараза. Вот проход. Чем-то кузню напоминает из Одиссеи. Я думаю, это какой-нибудь аналог. Так. Ну, сами прочитайте. Боги это... Нет слов. Да уж, у меня уже давно нет.
То же самое. Не, я здесь не бывал. Вау! Ух. Шептунки пошли. Столбы, и в них внизу отверстия. Для наших плиток. Надпись на камне. В пещере, где стоишь ты. Узри пред собой 12 столпов, 12 пьедесталов для сокровищ Британии и клинок древних, что зовется Календвулх, защитник всего острова. Пусть священное оружие получит тот, кто ищет сии дары и кто любит край наш. Артур Пендрагон. Меч короля Артура? Пендрагона? О как! Красивый эффект, кстати. А уже что-то вставлено до нас. Как-то так. Кто-то поместил сюда печать. Интересно, давно ли? Это очень интересно. Ну это типа как подсказка. Видимо, рассчитывали, что тут раньше находишь это место, хотя оно на последней карте находится. Рок изобилия. Так, ну что, я все повставлял. Вот он! Звездный меч. Ядрить. Прям как из какого-нибудь аниме. Ты не тот меч, что бриты зовут Экскалибур. Вот оно чё. И он его сразу взял. Ну, это царский меч, слушайте. Всем мечам меч. Он двуручный, да? Уже прокачан неплохо. Так, гаргону мы убираем. Хренам собачьим. Камушки повставлять какие-нибудь хорошие. О как. Хорош. Все, тут больше ничего нету. Хотелось бы еще чего-нибудь.
Холодный огонь. Он не греет. Слушайте, очень похоже на врата в пещере павших, да? Но это телепорт. Боги, что за странный сейф? Сквозь тьму из одного места в другое. Гидрить. Ко входу, да? Удобно. А, это, видимо, если бы я еще не все плитки собрал, у нас бы был короткий путь. Вот эти вот всякие дополнительные задания, они столько времени тратят, а по факту ты особо ничего не получаешь. Никакого сюжета, ну, меч получил, один из миллиона. Ну, такое. А, викинг по найму я сделал, теперь можно поговорить с Редой. И останутся только франки с Ирландией. Ну, речные набеги не считаю. Я выполнил твой заказ. Отлично сработано! Ты не устаешь меня радовать. Вот твоя плата. Еще увидимся. И все. До свидания. Эйвор, так ты Россия. Нормально у них, да? Эй, выполните Эйвор. 10 заказов. В конце, вот твоя плата. И все. Неплохо. Даже хорошо. Ubisoft во всей своей красе. Ну что, дальше начнем Ирландию. А на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.